В рамках госпрограммы формирования комфортной городской среды на улице Институт в Больших Вязёмах завершается благоустройство сквера «Парк Победы» возле музея-заповедника Александра Сергеевича Пушкина. Работы ведутся в два этапа – реконструкция самого сквера и восстановление активной пешеходной связующей тропы к памятнику «Братская могила», жилым домам, Большевизёмской гимназии и детским садам. В благоустройстве сквера были задействованы 30 рабочих и 3 единицы техники. К настоящему моменту работы выполнены на 90%. По просьбе инициативных жителей глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов поручил установить в сквере информационные стенды. На них будет размещена информация о ветеранах Великой Отечественной войны, которые являются коренными жителями Больших Вязём.